Эффективный регион. Проект под таким названием стартует в нашей области. Он разработан правительством Нижегородской области и госкорпорацией «Росатом». Их представители накануне приехали в Орел и встретились с губернатором и членами правительства. Цель проекта – увеличение производительности труда с помощью введения бережливых технологий. Он будет внедряться в социальной сфере, ЖКХ и ряде других. Орловщина стала одним из пилотных субъектов федерации, где будет реализован проект. Участники встречи обсудили задачи и предложения по внедрению проекта «Эффективный регион» в нашей области. Работа, безусловно, предстоит многоплановая, комплексная, и я прошу всех коллег и органов государственной власти, органов местного самоуправления активно включиться. Здесь попутчиков точно быть не может, здесь должны быть все участники этого процесса, по-другому просто ничего не получится. По сути, речь идет о повышении качества услуг и жизни наших с вами граждан.